всем привет! Канал Бычковск ТВ и коротко о том, что у нас новенького. Сегодня сняли опалубку с нашего фундамента. Посмотрели, как, что у нас получилось. Вот все вроде как бы ровненько, хорошо. Но местами получились у нас неровности, которые предстоит нам замазать. Вот, например, вот здесь вот у нас была поперечная стяжка такая деревянная, и под ней образовался пузырь. Конечно, он не критичный, но для того, чтобы уложить гидроизоляцию, нам придется его замазать вот так вровень. Погодка немного разгулялась, поэтому мы приступили к разделке наших вот этих чурочек. Рубим их на 4 части, готовим наши кирпичи. Каждое вот такое полено будет заменять нам кирпич и будет поперечно укладываться. Стены нашего козовника будут выглядеть примерно как вот эта поленница. С той лишь только разницей, что между поленьями будет примерно вот такой вот шов замазки. Замазывать мы будем саманом, который в отдельном видео мы проверяли, подбирали нужный рецепт. Вот, но пришли к выводу, что будем еще немного добавлять туда цемента для скорости схватывания. Короче, стены нашего козовника будут выглядеть как вот эта поленница, только лишь немножко шире за счет широких вот таких швов. Сегодня с утра еще заметил, что у нас несколько крольчих пытаются драть пух. И хотят тоже сделать гнезда. Первые окролы, вот можем уже видеть, крольчата подросли. Вот такие мясистые товарищи уже стали. Вот они. Вот такой вот крольчонок. Примерно. Уже открывают глаза. Уже полноценные жители. Вот черненький такой тоже красивый. Ну-ка иди сюда. Вот хомяк такой. Вот. Так вот, для новых крольчих, которые хотят делать гнезда, мы решили забить сеном вот эти вот свободные ячейки в бункере. Передние фанеры мы с них сняли, потому что нужды в них нет, как оказалось. Крольчихи не пытаются спрятаться. Будут просто вот такие отделения. Посмотрим. Будут ли сюда кролики у нас делать гнезда? Или надо что-то более хитрое придумывать? К слову, о новых гнездах. Говорят, вот этот вот пух, который появился сегодня вот утром. Здесь ничего такого не было. Какая-то еще из крольчих надрала, заготовила пух. Вот, крольчат мы здесь еще пока не видим, нигде нету. Вот. Пока просто приготовила место. На сегодняшний день у нас в вольере получается организовано 5 гнезд. 5 самок сделали гнезда и ухаживают за потомством. И все без маточника. Нет, вру, одно гнездо у нас все-таки вот сделали в бункере. А остальные все просто в сене. Это у нас Стеша сидит вот, прихрюкивает. Недавно была в охоте, но мы ее придержали, крыть не стали, для того, чтобы поросят получить только к весне. Ну а Масяню все-таки покрыли. Она у нас свинка прямо такая по стандартам всем вьетнамским. Вот, и решили от нее получить поросят, попробуем их продать в зиму. Ну, либо все-таки пойдут на мясо, но уже ближе к лету. Еще одна новость. У нас вылупились новые перепелята.
Вот это вот остались у нас живчики. Убрали вертолетиков, слабеньких всяких. И вот эти вот у нас пойдут в племя. Вот тут у нас еще один новенький был. Его добавили. Походу он тоже у нас вертолет будет. Так как он вылупился на день позже, мы за ним еще понаблюдаем. И если он не выправится, значит будем убирать. Подростков же, которые сидели вот в этом ящике, да, так сказать, в яслях, мы перевели в более крупный брудер для доращивания. Вот такие вот у нас вот птички жили в том маленьком брудере. Сейчас осваиваются вот уже на новом месте. Ну и естественно по цепочке те птички, которые жили в этом брудере, им уже потребовалась большая полноценная взрослая клетка для того, чтобы уже можно было нести, собирать яйца. И мы ее сделали. Да-да, именно сделали, потому что клеток таких у нас еще очень мало. Точнее сказать, всего две. Только-только повышаем поголовье перепелок. Вот. Поэтому делаем их только уже под конкретных перепелок по необходимости. Вот эту клеточку вы у нас уже видели. Она у нас была. Кстати, вот у нас тут яички пора собирать. А вот это новая клеточка, уже сделана по новым чертежам, по новому принципу. И перепелки уже тоже начали нестись. Вот первые яички мы можем видеть. В каждом таком отделении у нас сидит по две семьи. То есть это 8 девочек перепелок и по 2 петушка. Это вот Пумба. Наш кабанчик такой раздобревший уже. Проверили его в работе. Недавно у нас свинку покрыл, да? Покрыл свинку, такой хороший. Вот такой ручной красавец. Вот, пузико-то любит чесать. Вот такой вот у нас кабаныч. Вот он. Пумба. Ну, в общем, новостей не так и много. Лето подходит к концу, и стараемся успеть завершить все намеченные работы, строительные мероприятия все. Конечно, не успеваем половину того, что наметили на это лето. Но зато по максимуму.